Битва за Ленинград является одной из решающих битв Второй мировой войны и занимает особое место в мировой военной истории не только из-за своей продолжительности, но и благодаря героической стойкости, проявленной защитниками города. Блокада города и вражеские обстрелы продолжались 900 дней. В защиту города Ленинграда поднялись все его жители. 500 тысяч ленинградцев строили оборонительные сооружения. 300 тысяч ушли добровольцами в народное ополчение, на фронт и в партизанские отряды. Бьется в тесной печурке огонь, на поленья смола как слеза, и поет мне в землянке гармонь. Про тебя мне шептали кусты белоснежных полян под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой, гармоника, в юге на свой, заплутавшее счастье. Твои.